Всем привет, ребята! Вы на канале ТНТ Фокс. Сегодня будем добивать, короче, наше ведро любимое. Смотрите, вот такие повреждения были с прошлых раз. Короче, давайте я вам покажу. Смотрите, уже пошла большая трещина, так что думаю, может быть, в сегодняшнем или в следующем видео уже, короче, разорвется это ведро полностью. Так что обязательно, ребята, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. На сегодня взял вот таких петард. Короче, повзрываем вот это все. Во. Что ж, давайте будем начинать. Возьму петарды в карман и погнали. Так что, кто не видел, ребята, предыдущий ролик с пиротехникой, как мы взрывали здесь ведро, обязательно советую зайти на канал, посмотреть, открыть вкладку «Все видео», посмотреть, там очень много вообще различных видео про пиротехнику. Вот, так что заходите, смотрите. Так, вот здесь будем бахать. Давайте первую петарду забахаем, вот такую зеленую магну. Так. Сейчас будет такой глухой звук, специфический, классный. Просто обожаю магнумы, ребята, петарда просто классно звучит. Не люблю, когда очень резко взрывается, аж уши болят. А вот магнум топ. Так, P2000 Зевс на очереди. Также можете написать в комментарии, какие вы взрываете петарды. Может предложить, чтобы купить такого новенького, что вы хотите видеть на моем канале. Во. Так. P200. Так, сейчас мы заглушку откроем. Вот так. Чтобы точно взорвалась. Погнали. Что-то вообще слабо, P200 вообще какой-то отстой. Ребята, смотрите, вот эта пиратка, походу, будет маленькая, мощнее, чем P200. Так, здесь также заглушку. Хотя одинаково, ребята. Ну, P150 должна быть помощнее. Так, проверим. Так что видите, ребята. Не вижу смысла переплачивать за вот эти P200, как они вообще не взрываются. Так. Давайте дальше. К03. Сыпется все с нее. Надеюсь, взорвется. Да. Берем скрим. Вот этот. Так, смотрим, что тут у нас еще осталось. Осталось еще PT4 и P2000. Так, в сторону. Так, берем сначала. Так, PT4, агенция свята, украинская армия. Давайте ее забахаем. Видите, это и то помощнее, чем всякие вот эти P200. Так, P2000. Есть взрыв. Так, берем скрим P2001. задел камеру. Так. Вот так. Бабах, хороший взрыв. Так, смотрим, что еще у нас тут осталось. О, остались мощные, как вы любите. Смотрите. Так, ребята, возьмем вот этот скрим. Ну, не знаю, взорвется или нет. Раз уж я его взял, давайте взрывать. Так, походу взрыва не будет. Ну ладно, давайте я вам покажу, какие тут остались. Так, у нас К05. Так, сразу подготовим. Это у нас со вспышкой классная петарда. Самая, походу, мощная из этих всех. Так, а давайте, ребята, сделаем такой эксперимент. Постараюсь угадать, какие тут самые мощные. Ну, самых маленьких начнем до самых больших. Взрыва. Так, давайте. Вот так К05, потом, думаю, будет П2000, вот это фуроровская. Так, потом будет Бангер, Thunder King и К05. Вот, начнем с К05. Это будет самый маленький взрыв, походу. Так, в сторону. Вот такой взрыв. Thunder King. Есть полет. Бангер. Было подальше отходить, но Бангер пока лидирует. П2000 фурор. Так. Ну и лидер сегодня будет К05. Так. Бахнем вот тут. Подальше. Мощь. Так, ну и напоследок давайте возьмем какую-то большую петарду. Так, еще не взрывали Корсар 8. И давайте Ахтун забахаем сегодня. Так, Ахтун пока туда. Вот так. Берем Корсар 8, Галактика. Вот так выглядит. Стоя. Пошел взрыв. Так. Берем вот такой Ахтунг от кометы. Два черепка тут. П12-12. Потрясем, чтобы флеш хорошо смешался. Так. Время подрывать. так положим. Ставим ведро. Погнали. Хороший полет. Мощная петарда. Так, ребята, смотрите, хрустит все. Ужас. Вот так эмаль летит. Давайте вам поближе покажу. Ребятки, обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить последние ролики с этим ведром. Кому вообще интересно, смотрите. Вот тут была трещина по кругу. Вот так тут все подкоптило. Отлетает эмаль. Короче, ребят, чтобы не пропускать новых видео, нажимайте на колокольчик. Тогда будете в курсе всех событий. Не забывайте подписаться на канал, на этот канал, кто еще не подписан. Также подпишитесь на второй канал, ссылка будет здесь, а также внизу в описании. На втором канале выходят также крутые ролики с притехникой, как и здесь. Очень интересные. Заценивайте, заходите, пишите комментарии, что думаете по поводу сегодняшнего ролика, понравилось или нет. Предлагайте, какую мощную петарду взять напоследок. Ребята, какой вы петарды хотите, чтобы я разорвал это ведро, пишите в комментарии. Что ж, надеюсь, видео вам понравилось. Смотрите, здесь 4 ролика, может быть, вы их еще не видели. С вами был ТНТ Фокс. Пока-пока, до новых встреч.